Здравствуйте. Здравствуйте. Рада нас видеть. Единственная, по-моему, в этом магазине. Да, да. Кто нам улыбается. А, вот еще я девушка. Я потому что вас знаю. Ну, мы хорошие, да? Денис. Денис, да. Я вас знаю. Вы даже мне там знаете. Ну, наверное. Да? Да. Мы с вами не первый раз встречаемся. Очень. Ну, наверное. Ну. Я просто видела. Ну, дружба была моим отцом. Ага, я понял. Хорошо. Так, что у нас там по времени? А? 10 минут 10-го, 12-го. А, ну тут все свежее стоит. До завтра. Все, молодцы. Справились. Могут, когда хотят. Да, конечно. Только единственное место такое хорошее есть. Где? Это Кирова 51. Кирова 51? Не здесь тут. Ну, у вас весело, на нас нападают здесь. Да? Два раза уже, да? И два раза провоцируют. Да, я понимаю. А то везде, в магазинах, во всех перекрестках очень хорошо. Руководство. Все зависит от руководства. Если руководство, директор нехороший, то нет, и все замы. Я не могу вам покупать. Отворяться, я не могу. Только потом мои свои. Мои ну, свои. Понятно, понятно. Да. Каждый кулик свое хвалит. Я знаю, умный человек. Спасибо, спасибо. Я умный, а Владимир Владимирович смелый. Я 6 лет назад я вас видел. С ума сойти. Как раньше, знаешь, Вов любит говорить, я вырос на ваших песнях, да? Не-не, честно, прямо вот так есть. Ну, хорошо. Хорошо? Все хорошо у вас? Нормально. Ну, это хорошо. Не знаю, что мы в прошлый раз сняли, они, видимо, назад поставили. Все может быть. Может, раз вакуума не было. Офигеть можно. 4 пачки. Я сорочек посмотрю. Сырочек. Что тут вкусного есть? Да. Сегодня 6-е же, да? Ну вот упаковано 9.26, срок годности 12 часов. 9.12, ну вчера просрочился. Вчера просрочился? Да, вчера просрочился, написано срок годности вообще до 10 числа, хотя срок годности 12 часов. Надо брать. От 4 числа есть.
24 вечером 23 часа просрочилось. Так, 5, 18, 4, 7, 5. Ну, законы почитайте, поймете. На заборе тоже написано. Да вам же беру свиньям. Молодец. Вообще. Чего с просрочкой столько много на витрине? А? Девушка. Почему просрочка? Ну почему? Какой срок реализации фасованного сыра? Срок реализации фасованного сыра какой? Трое суток. Срок реализации фасованного сыра. Откройте, почитайте, если не знаете. Спросите, может быть, у своих руководителей, может, вам подскажут. Прям как в ленте тогда. Один кусочек всего был свежий. Интересно, будет здесь свежий что-нибудь? Наверное, не будет. Сегодня же не перефасовывали. Они до сих пор не могут понять, чем отличается срок годности от срока реализации. Да, к сожалению, так. Они не то, что... Они все понимают. Руководство все знает. Да, конечно, все знает. А им пофигу. Они нафасовали на неделю. Я думаю, так и надо. Ай-яй-яй. Я ж устал. Так, может быть, остальное пускай сами убирают? Потому что берут... Мы все равно с руководством будем разговаривать, правильно? Мы же будем требовать, чтобы они это убрали с реализации. Ну, соответственно, это... Вы будете убирать вот это все, нет? Или нам все снять? Это просрочено. Объясни человеку, почему убираем, почему нельзя нахождение на реализации. Смотрите, больше 12 часов. Когда сыр нарезается, у него срок годности 12 часов. То есть срок реализации они должны продать его в течение 12 часов. И должны нарезать такое количество, чтобы реализовать. Срок годности не может быть выше срока реализации. Здесь упаковано 4 в 11 часов. То есть 23 часа 4 он просрочен. Вот они торгуют просрочку. Они нарезают сразу же там на неделю вперед или на месяц, я не знаю. Ну, то есть вот в таком большом количестве они за 12 часов не продадут. Когда у них сроки заканчиваются, они просто делают перефасовку. Понимаете? Это называется лень. Вместо того, чтобы каждые 12 часов нарезать, новое, свежее выкладывать, они делают вот таким образом. Разом нарезали, выложили, и оно здесь плесневеет. Потому что хранение в заводской упаковке и хранение после нарезки, вот в этой целлофане и тому подобное, это немножечко разные условия хранения. Сколько раз они перепаковывают, сколько грязными руками они это трогают, непонятно. Можно только догадываться. Один раз допускается фасовка, больше не допускаются. Они это делают, каждый, как они там, три дня, якобы три дня. Поэтому мы предлагаем убрать. Мы не знаем, качественный он, некачественный, срок годности он, не срок годности. Это уже экспертиза будет устанавливать. Но судя по маркировке, по их же, этот товар должен снят быть с реализации. Экспертизу, ради бога, проводите. Но я думаю, что вам она дороже будет стоить, чем сам этот сыр.
как? Ну, нам надо позвать, надо. Да, давай, не будем особо сегодня тратить время. А вы не могли бы нам пригласить директора? Или она опять будет убегать от нас? Будем ходить, пока ты не пообщаемся. Все, позвали, да? Ну, пригласите сейчас. Ну да, чуть за них их работа идет, да, конечно. Что вы снимали? А что, мы за вас должны делать работу? А что вы указываете, женщина? Это ваша работа снимать. Женщина, ваша мама, я девушка. А, вы девушка? А то вы от меня уходите. Я сейчас все равно правды добьюсь. А в каком месте вы девушка? Можно уточнить? Обыкновенно. В обыкновенном? Я с вами связываться даже не хочу, верите мне? Так вы уже связались, когда начали тут комментировать. Я вам не сказала, я хочу снимать лицо. Так что нам еще делать? Это ваша работа, мы для вас оставили. Я еще раз говорю. И вам объясняем, что вам нужно снять. Так ты можешь объяснять это кому угодно, но только не нам. Втирать будешь вот этим очковтирательством заниматься в отношении других покупателей. Они обязаны пробить по цене. Вы знаете, я в 90 тоже родилась. Не надо мне тыкать пальчиком. Не надо. Если мало выпили, так сидите дома. А, даже так. Классно. А тут вся потрошона я вижу. Вон она пойдет, по 600 рублей. И она мне еще начинает мозги пудрить. Это товарищ, женщина. Убежала сейчас. Вот сейчас мы еще рыбу снимем. Знаешь почему? Потому что вся рыба, которая после она поступила в замороженном виде, они не имеют права ее здесь размораживать. Так она должна продаваться. Вон она ценник сняла, видите? По 900 рублей было, 899. Не под, девушка на рыбу можешь подойти? Стояла, показываю на эту, а она говорит, 900 рублей стоит. А потрошенная вот она, 599. То есть это обманывают, да, ценами? А? Обманывают ценами. Так я не понимаю, что это такое, говорю. Вы поставьте ценник другой или разделите эту рыбу, черт подери, в конце концов. Вот эта рыба почем? Посмотрите. Это форель. Форель, вот форель. 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 Потрошенная без головы. Потрошенная без головы. Вот это. Так не все с головой. Ага. Интересно, без головы написано, а там же голова. А вы имеете право покупать по той цене, которая там указана. Вот мы зафиксировали, цена 599 рублей. Смотрите, мы давайте проследим, чтобы вам рыбу пробили именно по этой цене. Вот она пришла. Давайте мне вот это пробить. Меня уже обвинили, что я тут это бухой пришел. Так, это рыба. У нас нет, не по той цене. По какой цене? Девушка, вы просто взвешивайте вот по этой цене, потому что вы вводите в заблуждение покупателей. А вот она, рыба. А это какая рыба? Это рыба. Какая? Это по другой. У вас цена стоит, взвешиваете нам рыбу вот тут. Цена вот это вот это вот. Вы понимаете русский это язык? Рыба. Взвешиваете нам рыбу. Она... Смотри, что творят-то. Рыбу взвешиваете? Вы слышите нас? Написано. Нет. Обождите, читайте, что там написано. Форель, перекресток. Обождите, читайте на ценнике, что. Ну, она вытащила форель. Непотрошенная. Форель, вот, бумажку. Так поставьте ценник нормальный. Сейчас поставим. Поставить они поставят, вот эту рыбу взвешивайте за ту цену, которая у вас стоит на прилавке. Вот он ценник. Не надо этот ценник, себе оставьте, директору оставите. Вот эту рыбу вот по этой цене взвесьте. Не вот эту, вот эта блестящая форель, которая называется. Да. Вот с взвешивайте. Взвешивайте. Маркет перекресток. Это рыба. Вот она. Вот перекресток. Маркет перекресток. Не надо нам объяснять. Это ценник стоял. Этого ценника здесь не было. Мы сейчас фиксируем. Нет, подождите, он стоял, только написано. Непотрошенная. Но это бумажка неправильно была написана. Да мне плевать на то, что у вас написано. А то, что вот Верочка, перекресток. Сейчас я буду у вас это переворачивать всю рыбу и искать перекресток. Так вот, она... Вот ценник стоит. Все.
Взвешивай. Вы не имеете права продавать. Женщина, ваша задача взвесить. Подождите. Взвешивайте. Я эту рыбу не могу. Взвешивайте. Ваша задача как продавца взвесить, а дальше мы уже сами будем разбираться. Позовем руководство, и она нам отпустит по этой цене, которая на прилавке. Взвешивайте. Потому что есть закон о защите прав потребителей. Если заявили такую цену, вы не имеете права ее менять. Так этот ценник стоял. Не надо мне объяснять, женщина, еще раз говорю. Ваша задача взвесить вот эту рыбу по той цене, которая у вас стоит здесь, на прилавке. Вот все. Она вся потрошенная, и вот на нее. Разницу в цене ваш директор доложит из своего кармана. Еще раз говорю, не переживайте, это магазин не пострадает. Магазин не пострадает. Ну вы взвешивайте, что происходит? Взвешивайте товар. Ваша задача взвесить по цене. Потому что у меня эта рыба перекресток, я поэтому ее не могу взвесить. Взвешивайте. Вы не можете, вы не знаете, как пользоваться весами или в чем проблема? Потому что у меня перекресток, у меня вот ценник на нее. Где, докажите? Взвешивайте. Килограммы, граммы, вот это взвесьте, пожалуйста. И укажите вот эту цену, которая у вас стоит на ценнике, возле этой рыбы. У меня здесь вот этот ценник стоял. Да вас сам он лежал, помойте. Это сняли, потому что стоял, что там неправильно было написано. Хорошо, давайте для вашего успокоения сделайте две этикетки. По той и по этой цене. Мы директору объясним и купим по вот этой цене. Взвешивайте по той и по той. Так, килограмм 590 грамм. Так, это одна цена, теперь по той цене. Не убирайте рыбу, взвешивайте по цене 599,99. Не надо нас обманывать. Я не обманываю, зачем мне вас обманывать? Все. Там это неправильно написано было. Все, этикетку клейте. Вот сейчас завесят, все. Не надо только сверху, да, все отлично. Вот разницу директор из своего кармана заплатит. Давайте. Где мужчина тут? Пойдем. Ну клади пока. Ну что вообще, давайте рыбу. Во второй пакет положите, чтобы не пачкалось. Почему вы дорогую рыбу дешевую собираете? Мы сейчас каждому продавцу будем объяснять. Я объясню. Ценники правильно. Давайте тогда сделаем проще, чтобы нам не объяснять каждому покупателю. Позовите директора. Все. Директора позовите, мы ему будем объяснять, чтобы это был один раз. 599, вот дорогая рыба, вот. Она стоит 899 рублей. Вы хотите дорогую дешевую заказать? Не было ценника здесь вообще на витрине. Вы обманываете покупателей. Вы обманываете покупателей. Все зафиксировано на видео. Еще раз говорю, директора позовите. Если у вас на прилавке заявлена определенная цена, вы обязаны по этой цене продать. Вы обязаны продать по той цене, которая заявлена на прилавке. Это публичная оферта. Мы ее акцептовали. Пожалуйста, все, нам взвесили, зафиксировано, цена зафиксирована. Поскольку спорная ситуация, с две цены указали. Приглашайте директора, из своего кармана она доложит эту разницу. Кстати, закон о защите прав потребителей об этом говорит, понимаете или нет? Это вина магазина, почему у них цены не соответствуют с ценами на услуги и товары, которые они продают. Ну так цены, это называется публичная оферта. Вы заявили конкретный товар по конкретной цене, мы ее акцептуем. Все, возвращайте, точнее, давай, товар передавайте. Ценник он стоял здесь, только эта самая бумажка была. Вы обманываете покупателей, вы понимаете, когда вы умышленно делаете ценники на дорогую рыбу занижены, а на кассе пробивают другую, это называется обман. Какой обман? Цена, надпись одинаковая, а цена разная. То есть такая цена без карты, а это по карте. Это цена без бирки. Да в смысле без бирки? Где написано? Какая бирка? Надпись непонятно одинаковая. Ваше сокращение, посмотрите, что там написано. Надпись. Чем отличается? Ну, в чем? Чем отличается надпись? Я еще раз вас спрашиваю. Как потребитель смотрит, чем она отличается? Да директора позовите, что вы ерундой занимаетесь? Вот, надпись ПББ. Да я вижу, да нет. Одинаковые. Понимаешь, какие-то их сокращения непонятные. Где вообще маркировка на эту рыбу? Вот бирка. Одна идет с биркой, которая идет на документацию на рыбу. Женщина, а вы что, уже пробухались, что ли? Да вы пробухались, пришли? Смотрю.
Так вы тут начали в мой адрес какие-то вам обвинения делать. Вам объясняют, что полтора, а двух килограмм это идет по 899. Ты сюда что пришла? По 825? Ты кто такая, хамка? А? Вы меня не тыкаете. Рыба, ты кто такая? Вы меня не тыкаете. Да вот иди отсюда, с тобой не собираюсь вообще ни о чем разговаривать. После твоего хамства. Нет, я вам говорю. Это... Давай иди отсюда. Ва. Я хотел, чтобы вы мне рыбу взвесили. Ой, иди сидеть. Отсюда, ва, давай. Да в чем в итоге, я не понял? Все разбежались, как это, как крыса с корабля, что ли? Зовите директора. Что она боится-то? Что она боится у вас? Сейчас мы эту рыбу берем. Ну, вот, на самом деле, вот это они обязаны продать по той цене, которая у них заявлена. Так она и заявлена. Вот без карты 899, а по карте... Нет, я все понял. Просто лежит рыба, лежит... ценник, все, человек не может определять биркой там, с биркой их не... Вообще, давай потребуем документацию на эту рыбу, да. В каком состоянии она сюда приехала, в размороженном, в замороженном. Если в замороженном, то вот это уже нарушение, потому что продают они в размороженном. А запрещено магазинам, которые реализуют замороженную продукцию, продавать Светлана, в размороженном виде. Рыба, Светлана? Она Светлана? У вас вот эта рыба в каком виде приходит? Замороженная? Замороженная. Взвесьте мне, пожалуйста. Сколько вам завесить? 100 грамм? Все. Все зависит? Да, все. 100 грамм, говорит, есть. Вы уже мне не говорите, я вам вопрос задаю, вы мне не отвечаете. Ну, так вы еще не подошли сюда. Подошли. Ходите с пакетом. Что за отношения? Это вот к нам. Как я говорю, та женщина вообще меня там начала хамить прям с порога. Ну, приходите, тут на самом деле как скандалик, польза абсолютно не такая, просто потому что вы делаете. Девушка, если бы вы вели все адекватно, было бы все спокойно. Мы бы сделали свое дело, выявили бы у вас просрочку, указали бы на эти замечания и ушли бы. А вы занимаетесь именно провокацией. Мы во все магазины ходим. А к вам будем ходить каждый день, пока лично директор не извинится перед нами, лично передо мной. За то, что вы перцовый баллончик разбрызгиваете? В том числе за то, что мне пришлось применить перцовый баллончик. В связи с тем, что ее зам и охрана на меня подняла руки. Именно за это она должна извиниться, в том числе. Потому что та Ольга Кривоносая, она явно не сможет извиниться, у нее гордость не позволит. И, скорее всего, не успеет, потому что ее уволят. С какой стати? С той стати. Поэтому, говорю, мы будем здесь приходить столько раз, сколько не получим результата желаемого. И вам лучше с этим смириться и делать то, что положено по закону. А может, лучше в соответствующие органы обратиться? В какие органы? Мне достаточно моего права на самозащиту. Мне не нужно. Я полноценный человек, дееспособный. Мне не нужно, чтобы нянька за меня решала мои проблемы. Это вам нужно поводырь. А мне не нужно. Я способен сам решать свои проблемы, свои вопросы. Просто уточню. Что уточнять? Я вам объяснил, что я имею право на самозащиту. Гражданский кодекс мне это говорит. Да я могу представиться, я не скрываюсь. Мамаев Владимир Владимирович. Но я вас не прошу, Светлана, представиться. Хотя вы обязаны представиться. А покупатели вам не обязаны представляться. Но поскольку я с вами в открытую разговариваю, я даже называю, как меня зовут. Потому что, я так понимаю, у нас больше ликбез сейчас происходит. Потому что, надеюсь, когда мы в четвертый раз придем, вы уже немножко по-другому будете разговаривать. И передадите вашему продавцу, который увидит, как она со мной разговаривала в следующем видеоролике, что нельзя себя так вести. А, покажите, где ваш видеоролик вообще? А вы еще не знаете? Ну тогда запоминайте Мамаев Про на Ютубе. Посмотрите. Посмотрите все драки, которые были вчера и позавчера. Потому что я на Ютубе вас не нахожу. Ну, плохо ищите. Вот видите, мне сейчас сказали, как искать. Все нормально, найдете, не переживайте. Вот мне интересно, здесь написано. Я специально там даже внизу пишу о том, что непрерывная запись. Специально выкладываю все. То есть изначально, как мы заходим, с хорошим настроением, там где-то шутим, где-то еще что-то, и нам идет сразу какой-то негатив. Конечно, я в ответ реагирую. Потому что любой человек должен отвечать на агрессию. Если я буду подставлять вторую щеку, мне и забьют. Действие, оно на что-то направлено. Вот то, что вы делаете, оно ничего не меняет. Но это ваше личное мнение. Ваше личное мнение. Я считаю, что я много чего делаю. В том числе через такую провокацию. На Ютубе там какие-то вот сейчас, как говорят, донаты получают.
кстати, может, вы их зазря поступили? Смотрите, даже если там и кто-то и получал какие-то донаты, вас это не должно никак волновать, понимаете? Вот абсолютно. Вот вы здесь получаете донаты, да, от работодателя, занимаетесь какой-то, извиняюсь за выражение, херней, понимаете? На своем ютубе, правильно? Так что вы лезете в чужой карман? Да я миллионер, да, миллионер, понимаете? Я получаю много-много денег, много денег получаю. Вам от этого жарко или холодно? У вас вопрос прибудет или убудет? Какие вопросы по кальмару? Написано, срок годности 24 часа, дата изготовления отсутствует. Почему? Денис, я так понял, директор не придет, потому что мы давно позвали. Не хочет. Так, что делать будем? Кальмар выставляется замороженным. А, он замороженный был? Ну, а он в каком виде сейчас у вас? Он размороженный. Он сопли, кисель какой-то лежит. Сейчас он размороженный, да? Сейчас он размороженный. А был замороженный? А был замороженный. Извините нам еще, пожалуйста. Раз рыбу не хотят давать, будет кальмар зарезать. Кальмар? Что вы берете прям? Да понятно, что он свежеразмороженный. Мы не спорим, что он свежеразмороженный. А какой он свежий, не свежий, это одному Богу известно. Свежий просроченный. Да. О, вот это тоже. Это должно в замороженном виде реализовываться. Он в замороженном виде не реализовывается. В холодильнике при минус 18. Я упаковку читал. Там не допускается, даже на самой упаковке не допускается реализация. Ну, пускай информацию предоставит, заводскую упаковку по данному товару. Вот это можно, даже нужно. А, да, это должна быть, причем не одна. Там где-то три упаковки лежат. Что у вас еще есть размороженное, замороженное? Что стала, делать будем? Директор, если не подойдет, что делать будем? Будешь говорить, пускай этот Трофимов сам приезжает. Сам приезжает и за них отвечает, если он не может организовать своих подчиненных. Ну, давай. Не, ну а как еще быть? Ну, а по-другому как? Почему мы каждому продавцу должны объяснять все вот эти тонкости и в ответ слушать какое-то оскорбление? Документы. Вот родная упаковка вот на этот тунец. У них даже ее здесь нет, она здесь должна находиться в месте реализации. Хотя, ну, честно, там написано чисто вот, минус 18, не запускается с другой температуры. Интересно, он возьмет его? Или уже не возьмет? Что такое? Понял. Музыка же. Еще какие проблемы? А? В смысле проблемы? Ну, как попросили проблемы? Документы на вот эту продукцию. А у покупателей должны быть проблемы? Или что? Покупатели? Да. Нет. Вы говорите, какие проблемы? Но мы к вам и не обращались. Вы продавец или кто вы? Вы в халате в таком находитесь? Ну, а замку? Вы повар? Вы из отдела по изготовлению приходите сюда, потом обратно. Вы посмотрите на свой халат. Не тебе, а вам. Так а в чем проблема-то? Иди халат поменяй. Халат, говорю, иди поменяй. Ходит он, проблемы ищет. Владимир Владимирович, оказывается, директор теперь в ночь работает, боится, что мы придем. Угу. Работает только в ночь. Шикарно. Ну, в смысле, директор этого магазина? Да. Ну, у любого директора есть замы. Пускай зам приходит. Вот. Я Трофим вот сказал, он сейчас расскажет. Посмотрим. Ну, слушай, ради такого дела мы можем и ночью прийти, это не проблема. А мы придем. Давай придем. Надо же с директором пообщаться. Конечно, мне просто интересно. Почему, когда директор, вот он уже здесь, он берет, одевается и уходит?
Причем она не ушла, она же вернулась обратно и там отсиживалась. Потому что она не могла через тебя пройти, потому что ей нужно пройти было именно через тебя. Не через соседний этот вход-выход, а именно через тебя, чтобы тебя попытаться оттолкнуть и создать какую-то имитацию, что ты кого-то не выпускаешь, либо не впускаешь. Борис Панесут, упаковку родную, будьте добры. Она идет в упаковке, а не в коробке. Мороженое, все продукция, тунец без кожи, срок хранения. Так, ну, а где условия хранения? Условия где? Что нам принесут? Самая важная информация нас интересует, условия хранения. Вот у вас сейчас условия хранения не при, минус 18 градусов. В этой коробке? Вы хотите сказать, вот это наварено в коробке где-то? Они идут каждый в своей пачке. В такой. Да вы что хотите так мне сейчас пачку? Упаковку мне родную надо. Нет, это у нас останется. А вы взвешивайте, хотя ладно, взвешивайте, не надо ничего носить. Она мороженое. Там вам зачем? Все завешивайте. Привыть вам зачем? Ну, как кушать зачем? Зачем люди покупают продукты питания? Спросите у мужчины, зачем? Вы будете за нас решать, что мы делаем. Мы муж собак сейчас кормить будем, понимаете? Выйдем, мы будем кормить собак. Взвешивайте. Конечно, мы будем оплачивать, что переживаете? Взвешивайте. Вам деньги показать, может быть, свою платежеспособность? Что еще показать? Говорю, что еще показать, девушка? Не, я, вот для вас я могу сделать все, что угодно и показать даже деньги. Потому что я вам... Вам деньги показать? Показать деньги? Вас интересует, сколько у меня денег? Миллионер я там на донатах сколько заработал? Это вас интересует? Девушка, показать? Вот у меня тут много карточек, есть наличные. Показать или нет? Еще раз спрашиваю. Наконец-то вы поняли, что ваш вопрос звучит некорректно. Сколько у меня денег? И про донаты тоже некорректный вопрос. И про то, что чем мы занимаемся. Вы, главное, делайте свою работу, понимаете, свою работу. Так вот и занимайтесь своим делом, и спрашивайте у своего начальника. А здесь мы с вами имеем отношение в рамках законодательства о защите прав потребителей. И ваша обязанность обслуживать покупателей. В данном случае я покупатель. Лишних вопросов задавать не надо. А кто я? Любой человек, который пришел с намерением что-то приобрести, он уже является потребителем, покупателем, заказчиком и тому подобное. Вы задаете очень много вопросов. Вам явно нужно не продавцом работать. Вам не продавцом нужно работать. Вам нужно идти учиться, наверное, на кого-то, на другого. Может, юристом, я не знаю. Может, научиться? Ну, я как бы не оказываю такие услуги. Так, что у вас еще есть из мороженого сырья? Нам он нравится. Ну, вот это приходит в каком виде? Покажите, распечатайте. Он всегда окон приходил замороженный. Вот это охлажденка приходит. А, и на форель надо сейчас. Ты понимаешь, что Денис их первым делом интересует вот наш личный карман. Девушка, вы сделайте проще. Переведите нам донат 10 рублей и потом кричите о том, что вы нас спонсируете. Ну вот видите, найдете, да? А видео хотите посмотреть за бесплатно? 10 рублей жмутся, 10 рублей. Видите, мы благодаря вам стали миллионерами, что нам 10 рублей не перевели. Капец вообще. Что, даже документов нету? Да вы положите что-нибудь, нажмите кнопочку. Ой, Денис, тут еще, смотрю, у них курица. Сейчас мы еще до курицы дойдем. Кошмар. Мне кажется, нужно им сразу же удаляться по заявлению. Да, по маркировке еще тоже. Конечно. Что-то я просто про нее забыл. Просто. Ну ты посмотри, они покупателю не дали рыбу. Он ушел, не купив ничего. Вот как можно к этим людям относиться? Вместо того, чтобы на кону поставить на первое место свою репутацию и продать рыбу по той цене, которая у них заявлена, они пошли на этот скандал, создали негатив для покупателя, и он больше в этот магазин не вернется. А если и вернется, то понятно, с каким настроением.
В других магазинах, которые ценят клиентов, покупателей, они себя так не ведут. Я сколько раз бывало так, что ну не убрали старые ценники, покупаю, и у меня в чеке пробита другая цена. Я говорю, почему? Вот на прилавке. Без проблем возвращают разницу в деньгах, без проблем. Кстати, в магазине Dixie, ну не знаю, может быть... Пятерочки. Ну да, почему этот магазин, который находится в центре Мурманска, почему себя здесь так ведут, и вот это странно. Да и вообще в перекрестках остальных то же самое. Если цена другая, то без вопросов. Не, я тебе просто говорю, что в других магазинах без проблем всегда возвращают разницу, если ошибка в ценнике. А тут за руку поймали, говорят, вы обманываете покупателей, выкладываете цены, которые не соответствуют действительности. Ну, хотя... вдруг не посмотрят, понимаешь? На кассе пробили. Ну, так это обман называется. Нет информации на рыбу. Смотрите, пожалуйста. Даже информации нет. Она вот лежит уже полгода. Она лежит с последнего прихода. А когда у вас был последний приход? И когда она была отловлена, изготовлена, заморожена, разморожена и так далее? Где вся информация? А тут даже информации не было. Когда вы выложили сюда прилавок? У них 24 часа, по-моему, да, сработалось? Она была не 24 часа. А сколько? Вот у вас, смотрите, у вас нет вообще никакой маркировки. Вообще. Срок когда годности она 24 выложена? Часа. Срок годности 24 часа. Смотри, как интересно, а? А говорит не 24 часа. Срок годности 24 часа. И там наверняка 24, да, написано? А, тут пишут якобы 9 суток. Но последний приход, когда у них был, неизвестно. Нет информации, надо. Ну 9 суток при какой температуре? Там условия хранения написаны? 0-2. Тут тепло. Вообще тепло. Так, так что у нас? Где? С кем беседовать будем? Мы что, будем еще набирать? С кем беседовать? Никто не хочет. Денис, я предлагаю больше не набирать. Почему? Да, потому что мы с этим будем возиться? Давай добьем в том плане, чтобы переговорить с руководством. А в следующий раз мы придем, а мы придем в любом случае. Посмотрим, как они это все устранят. О, это кривоносый отходит. Пойдем. А, отлично. Вот кривоносый. Тоже, наверное, не просто кривой нос отстал. Ты подчаешься там? О, тут вся банда. Вся агрессивно здесь находится. Вам директор, Оля, далеко? Подплата. Ирина, Ольга, кто будет общаться сегодня? Здравствуйте. Как у вас настроение? Ручка не болит? Болит. Болит? Ну, приложите там, я не знаю, мазь какую-нибудь. Вот, папа, говорим о другом. Ну так поэтому пойдемте, подойдете, посмотрите наши замечания. Мои ручки мы поговорим в другом месте. Хорошо, пойдемте. Замечания наши примите на будущее, чтобы устранить. Мы не стали весь товар убирать. Пойдемте там, где поменьше шума и тому подобное. Людей. Нет, поменьше шума. Может здесь? Да, здесь. Пойдем. Ну давай здесь, да, давай. Ну, рассказывай, я если что потом дополню. Сыр почему просроченный дает? Что любой берет? Да, при изготовлении. Срок реализации какой? Срок реализации фасованного сыра. Срок реализации. Денис, проведи вот маленький ликбез, чем отличается срок годности от срока реализации. Знаете, ну, да? Может быть, Ольга не знает этого. Наверное, не знаете, да? Срок годности — это годность товара. Потребительскую упаковку. Как только вы нарезали сыр, вот вы разрезали его, пусть он маленький будет кусочек, пусть он огромный остался. У него срок реализации для магазинов, торгующих данной продукцией, составляет 12 часов. Срок годности не может превышать срок реализации. Это санскрит. То есть магазин должен нарезать такое количество продуктов, которое может реализовать в течение 12 часов. Вы нарезаете на неделю, на 2 недели. Рыба. Что не так с рыбой?
да, наверное? Оля? Ну, столько лет вы работаете, как торгово. Но вы же сказали, что озвучите все замечания. Ну, мы сначала узнаем, знаете вы или нет. Денис, рассказывай. Не знают они, ничего не знают. Все, Денис, не знают они ничего, рассказывают все полностью. Вы сказали, что вы озвучите все. Все, рассказываем, рассказываем. Я понял, что вы не знаете. Магазины реализующие продукты. Магазин не имеет права размораживать продукт, который приходит в замороженном виде, если не реализуют данный продукт. Кто к вам приходит? Уже депрессирован? Потому что вы сами не имеете депрессирования. Имеете право. Почему депрессируют другие? Там он встречает закон. Новые правила торговли, торговли открываем и считаем, что все четко для вас это действует. Замороженную рыбу продается только. То есть рыба продается в таре поставщика. Вот пришла на замороженную, вы обязаны продавать только замороженную. Размораживать вы не можете. И донаты вы не можете размораживать никакие. Мы еще их снимем в другой раз. Да, потом... Донат у вас там лежат размороженные. Не знаете, даже что донаты не знает. Работа магазина не знает, что. Денис, не отвлекайся. Давай по существу закончим рыба. Это все дело. Она должна реализовываться только при минус 18 градусов. В условиях хранения. Он не допускается другой температуры. Документы нам не предоставили никакие. Дали какую-то коробочку. Вот мороженое, пищевая продукция. Она должна продаваться мороженое, но не депрессированное. На эту рыбку вообще нет никакой документации. Не нашли они, ну нет. А возможно, что это последний приход. А когда приход был? Месяц назад, два, три. Документы. Ну, не нашли? Конечно. Вообще журнал смотрели, нет? Это замороженное. Какие-нибудь замороженные. Ну, что мы не делаем? Так, ну, конечно, вот сырами не согласны. С этим вообще тоже, в принципе, не согласны. Сыры, срок хранения у них 5 суток. Срок реализации, не путай. 5 суток. Это бесполезно. После вскрытия упаковки. Срок годности это для меня, для покупателя. А вас срок реализации 12 часов. Денис, не напрягайся. Они все прекрасно понимают, просто тупиков включают, вот этих, знаешь, тупоносы. Да. Не надо, давай вызывай сотрудников полиции, пускай описывают. Денис. Денис, вызывай сотрудников полиции, пускай описывают все это дело. Пошли тогда снимать все. Да. Бери все эти вешки, будем все снимать. Раз они хотят, не хотят признавать, значит будем делать так. Так, сейчас здесь пройдем. Ну, давай, бери тележку, я там тебя. Я сейчас две возьму. Здравствуйте, вас беспокоит Маслов Денис Анатольевич. Мы бы хотели вызвать участкового, магазин «Перекресток», «Волне», «Универсальная волна», или мы говорим о «Майге», короче, «Ленинградская, 20, корпус 3, что ли? Маслов, «Волна», «Перекресток», да, там «Ленинградская, 20, корпус 3, вроде бы. Очень много просроченных продуктов. Будет, наверное, тележки 3, скорее всего. Нам нужен участковый, чтобы все это описать и оставить на ответственное хранение. Чтобы они заново не перефасовали и не поставили на реализацию. Нарушение технического регламента, санпинов и так далее. Нарушение санпина, технического регламента, уже устаю, а? Так, ага, номер телефончика ваш, который... Да. Этот, да. Вся витрина просроченного сыра. Вот вас травят и не стесняются. Витрина просроченного сыра, правильно? Да, тут, наверное, тележки 3 будет, скорее всего. Телеги. О, тут 2 числа даже есть. Сейчас ваша информация передана в октябрьский отдел, и к вам приедет участковый. Ну, спасибо большое. Спасибо, до свидания. Ну, до свидания. Какие вежливые. Это ты в отдел полиции позвонил, да? Это я 102. Да, ага. Все, ну тут нужен участковый, пускай оформляет. Пусть.
пусть оформляет, описывает. Денис, ты послушай меня. Я понял уже, я тебя понял. Если я говорю один раз, я не должен повторять это 10 раз, хорошо? Да. Смотри, они не идут вообще на контакт. Так, они не пойдут, знаешь почему? Потому что они не хотят это устранять. Ну да, это лишняя работа. Будут упираться до последнего. Хотя есть уже куча выигранных дел в других регионах другими блогерами. В том числе и по этой рыбе, по этим сырам. Куча решений есть. Но сроки это какие-то. Причем с этими же магазинами, понимаешь? То есть они, руководство все это знает. Ну что просроченный? Весь сыр просроченный. У него срок годности 12 часов. Они его уценили? Они его не уценили, он просроченный. Его только в помойку. Его кушать нельзя. Его куда его? Ну сейчас полиция приедет, решит куда. Ну вот. А вы берете еще и за какие деньги берете, сумасшедший? Он по 1500. На ваше незнание и зрение все рассчитано. Пожалуйста. Ну, даже можно не смотреть, они сегодня еще не выкладывали. Вчерашние. Вот бы. Директор заплатил бы вот за это все, то, что сейчас отнесу? Заплатит. Хотя бы раз. И все было бы хорошо. Прям как чувствовал, надо было сразу все снимать. Никто не собирался ничего делать. Не, ну я думал, что они все-таки получили инструктаж, что нужно разговаривать с нами и решать. Ну, им, видимо, плевать на того же Трофимова. Он же не их начальник, по сути. Если был бы начальник хороший, которого боялись, его, видимо, не боятся. Тележки маленькие стали. Так, а мы в суд-то успеем с тобой? А? В суд-то, надеюсь, успеем. Ну, 16:30. Но время быстро летит. Время с перекрестком летит незаметно. Ну да. Это смотри, какой ущерб по магазину. Да? Окей. Сейчас нет никакого ущерба. Нет, сейчас есть просто никогда... снятие с реализации. Не, ну да, это просрочка. Они сами отказались это сделать, ну, соответственно, мы как покупатели. Как добросовестные граждане, чтобы люди не травились, сделаем это за них. Нет, я продолжаю говорю, если бы они нарезали бы как положено, то вот этого всего бы не было. У меня уже спина устала. Так, дай-ка чуть взвину тебя. Иван, ладно? Еще кусочек лип. А, ты еще не все взял, да? А, я... Сейчас еще пойдем. Денис? Для рекламы, скажем так. Для донатов. Для донатов, да. Да. Чтобы стать миллионерами. Для донатов, чтобы стать миллионерами. Для донатов.
Сколько просрочки-то? Аж две телеги. Ну, почистили. Чистенький магазинчик стал. Магазинчик этот. Прилавок. Все. Так, ну что, может на донаты пойдем? Сразу же. Ну что, все нормально теперь? Я говорю, все хорошо теперь, вовремя? Молодцы. Да, я сам это сейчас. Проверил там. Видел, да? Ну как? Вообще, да, жесть? Так, а второй не смотрел еще? Нет. Вчера же мы еще были. Вчера это тоже было что-то. Он тоже прикольный. И сегодня будет еще прикольнее. Смотри, сколько просрочено здесь. У него срок реализации 12 часов. Для магазина срок годности 12 часов. После этого его даже нельзя добавлять к пицце, только в помойку. Не захотели убирать. Замороженную рыбу. Вот она, если ты купишь рыбу в таком виде, то она горькая. А если ты возьмешь замороженную, пожаришь, то она будет, как будто ты только что ее поймал. Поэтому, да, поэтому запрещено магазинам размораживать замороженные продукты. Вот пришла замороженная, только в замороженном виде можно продавать. Нельзя. Те, кто производит, они устанавливают именно это. И вот Санпин тем самым. Сюда. Да. Так получилось. И из-за того, что у вас было много, она взбесилась и вот напала. Камеру пыталась видеть. Какой здесь адрес? Улица? Ленинградская, 20/3, наверное, да? Ага. Да? 20/3. Вот так вот. Не знал, наверное, да, что сыр 12 часов. Вот так вот. И они знают, они... Ну, срок годности 5 суток. 5 суток это вот если ты купил сам, да, дома разрыв. Там вчерашняя сканала, система заканчивается. Уже дракой. Уже дракой. Тоже дракой вчера. А позавчера тоже было. Ну ты же смотрел, да? Да, 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 видел я. А чем заканчивается? Там заявили, написали. Что будет? Они сработают туда сегодня. Нет, а этот работает? Кто? Охранник, который был. Ну, пока они сейчас проверки проведут. А? Кого? Нет. Все пишет. Наш разговор пишет. Будешь на Ютубе. Да. Ну, как я тебе рассказываю все это. Даже ты не знаешь этого. А многие не знают. Так. Прикольно. Нет, просто опубликовал запись, что мы находимся. А это тоже ваш холодильник, нет? У меня камера работает. Это ваш, да, холодильник? Камера всегда работает. Нет, ну вот это выставляет кто? Вы, нет? Слушай, о, смотри, интересно. Тут что, видишь температуру от 2 до плюс 6. Ага. Вообще это в холодильнике хранится. Не знаю, они считают вот это холодильником. Подожди, это при какой температуре? Сейчас, плюс 2, плюс 6. Это что, холодильник? Не а не это знаю. Тоже не вы ставите? Кто ставит, нет? А кто вот это ставит, не знаете? Вот это. А вот надо позвать кого-нибудь с производства. Можете позвать? Прямо зададим им вопрос. Это что, у них холодильник? Ну явно это не холодильник. Смотри, стоит на чем. Да я понял. Да это чисто так, формально все. Наверное, тоже надо снять Кирюшку. Да? А ты Трофимову вообще звонил, нет, сегодня? Да, вот сейчас звонил. И что он сказал? Ну, он сказал, зам подойдет, пообщается.
все. Ну, пообщались. А то, что они отказываются устранять и признать, он тоже не признает это? Он не признает технические регламенты и СанПин по поводу разморозки и реализации в размороженном виде? Так, давай я ему позвоню, скажу, что они отказались с нами. Да, но мы вынуждены это фиксировать. Мы вызвали полицию. Это можно было бы гораздо проще все решить, но они не хотят, они хотят хайпа. Мы сделаем этот хайп. Смотри, короче, мы им все показали, они на контакт не идут, вынуждены вызвать полицию, потому что это оставить мы просто так не можем. Они устранять не хотят. Все правильно. Все, давай, хорошо. Он сказал, все правильно. То есть даже начальник СБ поддерживает нас, что раз они не хотят, ну, видимо, он тоже борется и не получается. Других да здесь кроме увольнения ничего другого быть не да? может. Да, чем увольнять всю верхушку. Так, ну что, снимаем, наверное, это? Да. Денис, что это такое? Не надо путать. Послушай меня, Денис. Это сэндвич. Ты хочешь, мы сюда еще будем 100 раз приходить. Ну да, надо, чтобы мы успели до 16 часов. Ладно. Так, ну что, заявление... Там у нас еще и курица, и там много чего нас ждет, поверь мне. Так, ну что делаем-то? Что делаем? Ждем, что делаем. А, ну да. Если мне запрещаешь... Периодически можно звонить, позванивать, узнавать, едут, не едут. О, может, водил позвонить просто? Давай просто водил позвоним. Там, кстати, утром столько участковых было, прям толпа целая. Так. Блин, а у меня в этом телефоне нету ничего. Нету номера. Потому что срок реализации для них уже закончился. Есть разница между сроком реализации и сроком годности. Вот магазин после того, как нарезал, имеет право реализовывать не более чем 12 часов. То есть он должен такое количество нарезать, чтобы продать в течение 12 часов. Нарезать заранее, там, на неделю, на месяц и тому подобное нельзя. Слушай, я позвоню в 120. Ну, я вам объяснил. То, что там написано, это неправильная информация. Это обман потребителей, вводят в заблуждение. Сейчас я у них спрошу телефон отдела. У меня нет номера. К сожалению, все операторы заняты. Оставайтесь на связи. Вам обязательно. Полиция по городу Мурманску, городская дежурная часть Кошелевская. Здравствуйте, это Масло опять беспокоит. Подскажите, пожалуйста, телефон дежурной, вот это, дежурной части Октябрьского РОВД. Это 40-76-10. Спасибо большое. И второй номер телефона. Не запомню, хватит. 40-76-10. Спасибо. Хорошо. До свидания. 40-76-10. Ну, посмотрим, как они здесь трубку берут в Октябрьском. Смотри, Ирина-то против тебя так и агрессирует, да? Ну, она думает, что она там какое-то заявление написала, что якобы я меня там что-то за что-то накажут. Понятно. Ну, все ясно. Смотри, даже эти не приходят, которые здесь. Вообще никто не приходит. Водили вообще трубку никто не берет. Так, слушай, там можно туда внутрь зайти, там есть места, где можно сидеть. Типа, ну пойдем, да, пойдем, сколько у нас сейчас время? А, 12 еще времени, в принципе, прилично, думаю, приедут они. Так, это ты что, в две тележки переложил? Да, две тележки. Ну, оставь ее здесь, кто-нибудь заберет. Да, пойдем так, чтобы можно было заземлиться, посидеть. Вот там есть, можно сесть, сейчас мы там и посидим. Не берут трубку.
Слушай, а прошли что ли? Вон. Все, я понял. Кафешка какая-то, да? Да. О, видишь, как хорошо. Я думаю, воровать у нас слежку не будут, да? Не будут. Что? Опа. Чего оно все падает, Денис? Не знаю. Ну, подложи вот это. Ходишь как слон. Ну. Все. Чушь такая забава-то, не понимает никак, смотри, а? Не, ну мне это как бы, ну, ничего сложного нету, я буду ходить. Я просто не думаю, что для них это комфортно, когда мы будем ходить каждый день. Мы придем к директору в гости, да? Кстати, а давай? Ну? К руководству перекрестка, мы же как-то ходили. Нет, пятерочкам. А, пятерочка? Слушай, а там же и перекресток, по-моему. Сходить, показать, что, ну, ребята, какое-то действие, пускай они пообещают там уволить, наказать и тому подобное. Ну, или как минимум извиняются за действия своих подчиненных, раз подчиненные не могут этого сделать. Подели трубку не берут. Сейчас позвоню, звонок. Так. Привет. Здорово. Слушай, до дела до Октябрьского не можем дозвониться. Не берут трубку? Я вообще не берут. Ну, мы участкового вызвали, тут мы в этом волну зашли, прикинь, тут две телеги просроченного сыра, ну, короче, пипец вообще. Волна в перекрестке. Ну, мы были в воскресенье, вчера и сегодня. Ну, пока не извиняться, будем ходить, конечно. Я через 102 звонил, а дежурку не могу дозвониться, не берут вообще трубку. Сейчас подожди. Ну, сухо. А? Чего? С какого номера звонишь? С мобильного. Ну, с какого телефона звонишь? С какого? Ну, с какого? Со своего. А тебе номер сказать, что ли? А, дежурку. 40-76-10. Чего-чего? Да, нет, 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 телефон. А, ты мне не... Ну, через 5 на 50, наверное. Ага, и туда, да, позвонить? Да, так и еще раз, если бы на этот телефон позвонил, там, сегодня друг, так, Марат, понятно. Давай, забирай, я сейчас. А что там, как бы, наряд выставили? Не наряд, просто наряд, просто участковый нам нужен, чтобы он на ответственное хранение оставил. Все, я тебя понял, хорошо. Мы же не можем мутить, две телеги набрали. Все, я тебя понял, хорошо. Ага, все, давай, спасибо, пока. Через 5 минут, чтобы вам позвонили. Там друг твой. Что там? Друг твой. Лысый. Я ж вчера ходил туда, там, по другому делу. Что-то так другой дежурный сказал, якобы, типа, ждите извинения от него или тому подобное. Я не спросил, так все-таки скажете, как его зовут? Типа, он сам скажет. Я говорю, что, извиниться, типа, извиниться. Ну, посмотрим. Денис, этот ролик 2,5 часа набрал больше 100 000 просмотров. Это первый такой ролик, который такой длинный, так сильно стрельнул. Просто жесть. Обалдеть. Даже наши с тобой драки столько не набирают. Да, да.
Да уж. Ты, говорит, через 5 минут, говорит, позвони сюда. Там друг Маратов, Маратова себе зовут. Уже они тоже угорают по этой всей теме. Да ладно, можно звонить, я думаю, да? Теперь можно, наверное, уже звонить. Сможет Марат ответит. У нас свое время исчисления. Смотри, опять не берут. Капец. Может, действительно надо было, пять минут все-таки подождать? Ну да, подождем. Ну да капец, ну как так-то? Да, 3 минуты прошло. А тунец, вот эта рыба, это же рыба, да, тунец, правильно? Ее же готовят как-то или что? Что это такое? Жарят, варят, парят. Или сырым едят, это в суши туда-сюда. Не, ну. Да я не знаю, ну не знаю. Вообще это тунец, это считается, ну, такой деликатес. Сейчас скажу, сколько он стоит. А что там 800 с чем-то, по-моему, было написано? 999 рублей. А, ну почти 1000 рублей. 1000 рублей, короче. Наверное. Он идет упакованный. Там по-разному, 5-6 штук. То есть он, и там написано, я читал, там по-английски идет и по-русски, что условия хранения не выше минус 18. Не допускается к реализации. Я видел в интернете какие-то блогеры, ну такие нормальные, которые в суды подают, выигрывают. Вот они опубликовали решение, даже читал, по поводу вот этой замороженной рыбы. Там суд однозначно все четко распихал, все эти доводы, что да, на самом деле они не имеют права размораживать рыбу и продавать в замороженном виде. В каком виде она поступила в замороженном, вот в таких брикетах и продавайте. Ну, в замороженном виде. Ну, понятно. Я же пробовал, я же говорю, берешь размороженную мойву, она горькая, а в замороженном виде она как только выловленная. Не просто же так все устанавливать, Сантин. Все, звоним. Так, ладно, подожди еще минуту. 4 минуты прошло. Смотри, даже сделали зарядку, может зарядить телефон. Тебе не надо все зарядить, погасили. А мне нету вилки зарядки. А тут обычно, USB. А, USB. Пауэрбанк можно поставить на зарядку. V1 и 2 слабеньких 1. Я думаю, пока сидим, зарядишь. А, у тебя же, да, у тебя же там аккумулятор же просто меняется местами. Слева, который 2.1. Все, пошла? Ну все, звоню. Дежурная часть, ага. Меня слышно? Я вас слушаю, говорите. Мы вызывали участкового на волну. Там не вышло еще? А куда вызывали? Кто вызывает? Представьтесь, пожалуйста. Масло, Денис Анатольевич. Мы Денис Анатольевич, есть ваше сообщение, но участковый сейчас на выезде. У нас один участковый, никто другой-то не может прийти, кроме дежурного. Настолько дежурный может прийти. Ага. И он после заявки сразу к нам поедет, правильно? Ну, сначала он в отдел придет, а потом уже к вам выйдет. Вы... Я не знаю, не могу вам сказать, через сколько. Ирина Александровна, да? Ирина Александровна! Ирина Александровна, здравствуйте, это Владимир Мамаев. Мы тут просто много тележек набрали, и как бы ждем
Можно как-то этот процесс ускорить, может быть, кого-то направить? У нас просто в 16 часов в суд. Я вас почти не слышу. Почти не слышите, да? Я говорю, у нас в 16 часов суд, а мы не можем покинуть магазин, потому что у нас полные тележки просрочки. А эту просрочку магазин не признает. Соответственно, чтобы не было там потом каких-то терок. Пожалуйста, я вас не слышу. Вы там на громкую связь, наверное, поставили? Да у нас по-другому. Сейчас меня слышно? Вот я вас слышу хорошо. Да, близко, вообще близко нет. Алло, сейчас меня слышно? Я не знаю, но у Дениса такой телефон. Алло, слышно меня сейчас? Вот так слышу. Еще раз говорю, у нас в 16 часов суд в Ленинском районном суде. У нас большие объемы просроченного товара, которые не признают. Нам нужно от него срочно отделаться, чтобы покинуть и успеть на судебное заседание. Я вас понимаю, я вам поясняю. Сейчас в данный момент участковый на выезде. Это я понятно. Как-то вот приоритеты. Приоритеты там расставить, чтобы мы попали в первую очередь по урегулированию конфликтной ситуации, чтобы нам покинуть магазин. Слышно меня, нет? Я вас услышала. Все, слава Богу. Я передам информацию, как только участковый подойдет. Спасибо, но мы вас будем все равно периодически беспокоить, хорошо? Трубочку берите. Хорошо, сюда. Ну, я буду отвечать вам по мере, мне граждане. Ну, понятно, но если вы видите, что мы звоним, пожалуйста, отвечайте, чтобы мы не нервничали. Я не могу отвечать вам, потому что у меня также люди подходят ко мне, и я, к сожалению, не могу. По возможности, да, хорошо, возможности, хорошо. Угу. До свидания, Ирина Александровна, до свидания. До свидания. Угу. Ну, у тебя и память, помнишь, Ирина Александровна? Она у меня вчера опять на видео заслуживает. А, не вчера, а до этого. Ты ж видел в ролик-то, когда я к ней опять заходил, там это. Она уже накрашенная, все дела. Ой. Вот, трубку взяли, да, через 5 минут, как обещано было. На выезде. Вот. Что за бред? Один участковый. Да бред это все, конечно, бред. К нам тогда приходил не дежурный, помнишь, когда на этом, на Книповича 31, просто приходил в школу. Нам надо продумать, как нам решить вот эту ситуацию, когда вот они не признают, а мы уже что-то сняли. Ты что, мы сняли на видео, по сути, и что? А как ты что, будешь сейчас все это перефотографировать, а ты замучаешься? Они же будут обвинять, что мы там что-то поломали, уничтожили и тому подобное. Все там было исправно, в сроках и тому подобное. В этом-то и проблема. Что они будут просто нагло врать и все. Это как в кино. Куртка кожаная, отечественная, под сигар золотой или какой-то. Четыре, да. И это постепенно. Да. Они понимают это, поэтому они знают, что бездействие со стороны сотрудников полиции будет. Я говорю, вызывайте, похрен, вызывайте. Вот было нормально, вызвали бы наряд полиции и отдали им, сказать, вот ребята, охраняйте до приезда. Если бы вот это не оставляли в магазине, а изымали бы где-то там хранилось, если бы оно тухло и тому подобное, было бы, конечно, совсем другой результат. А так, я уверен, они верят в безнаказанность, они вот это все, я уверен, будут продавать. Будут, причем сразу же припасуют. Да. Скроют вот это ответственность. Потому что участковый, он не оформит надлежащим образом документы. И даже если он их оформит, они потеряются и тому подобное. Ну, короче, все это будет похерено просто. На крайняк участкового дураком сделать, что он что-то не так оформил. И все. Да. Просроченный сыр, девушка. Что, он в помойке должен лежать. А вы хотите купить просроченный сыр? Он просроченный. И вас не смутило, что вот мы сидим здесь, что это наши телеги, не? Это мы себе взяли. Это мы себе взяли. А вот мы весь сняли, он весь просроченный. Когда мы выйдем из магазина, он сразу появится на прилавках, вот этот сыр. Вот этот же просроченный. И вы его купите как непросроченный.
Потому что вы не знаете, в чем проблема с этим сыром, правильно? У него срок реализации магазином 12 часов. То есть срок годности для магазина 12 часов. Если они не реализовали 12 часов, они должны выкинуть в помойку. То есть нарезать такое количество сыра, чтобы люди купили за 12 часов, а потом выложить свежий, чтобы свежий брали. Они зафасовали и каждый там 3 дня перефасовывают. И так несколько месяцев. То есть вот этот сыр нарезан не вчера, не позавчера. Он нарезан, предположительно, месяц назад. Просто они каждый раз его перефасовывают, обрезают плесень, вот это засохшее, и выставляют, как будто вот он только-только нарезанный. Поэтому, если покупаете сыр, то лучше брать в заводской упаковке. Да. А вот в нарезке вот этой лучше... Да, вот правильно, да. Единственный выход. Как-то... Не, вообще, как легко избавиться от этой постройки? Мы оставляем, скажем, мы сейчас пойдем покурим, мы вернемся, они будут телезы. О, у нас украли просто. Но они все равно нас обвиняют, что мы там что-то сделали. А как, нет, они у нас украли. Как они нас обвиняют? Ну, как вот у нас было в магазине на проспекте Ленина, напротив офиса-то, помнишь? Ну, ну, ну. Мы вышли в машине посидеть, еще заранее предупредили, не вносить. Да-да-да, в глаза такие честные-честные были. И что, потом бы зашли, а ничего уже нету. Ну, там-то ничего не предъявляли. Ну давай заснимем, подведем там куда-нибудь. Экранец там, сейчас мы подойдем, пойдем покурим. Давай. А потом вернемся. Ну я не знаю, Денис. Ну а что здесь? Ну по приколу, если только. Ну да, давай. Ну давай, попробуем сейчас проверить, что там у меня. Это надо куда поставить. О, у тебя и с этой стороны работает. Да, зарядка есть. Возьми. И забыть, да. Слямзили. Это точно уведут. Куда подвести надо ближе туда, ближе, чтобы у них была, они думают, не через весь магазин, мы сейчас быстренько уберем и все, нет и нет. Это интересно, они на это поведут? Думаю, что да, ну, да им пофиг, они... Мы? Ой, Дениска, не надо ронять. Ой-ой-ой, а как она упала? Что она упала? Нормально пристегни, так, чтобы не падала. Что, в драке не упала, а упала? Мы из общества по защите животных. Защищаем всяких вот таких, скажем, те, которые не могут себя защитить. Говорится, кто кроме нас, да? Кроме ВДВ и спецназ. Так, ну что? Я думаю, туда ближе отведем. Скажем, что мы пойдем покурим. Потом вернемся. Поближе будет. Слушай, смотри, пиццы как лежат. Они должны закрытые быть со всех сторон. Денис, не парь меня уже. Я просто тебе сказал, что ты. Придешь когда в другой раз, будешь это все. Слушай. Мы до 16 часов не успеем, если мы сейчас будем так вот лоскаться. Да, бы нам вот туда подставить и сказать, что мы сейчас подойдем. Так. А как ее там? Зовут-то. Забыл, как ее зовут. У нас Светлана, не? Точно. Денис, так надо позвать кто-то из руководства, чтобы им оставить. А. Светлана, мы хотели здесь у вас на хранение оставить. Нет, ну это сыры. Продавец, он не надо ему. Лучше да. Вот это там, кто там? Ольга либо Ирина. Ну пойду поищу. На их совести, что было. Ага. А вот первый раз день. Так, что же мы?
Извините, пожалуйста, вы не могли бы пригласить замдиректора Ольгу? Ну там, стоим у входа вашу. Про это говорил, понял, да? Про донат. Ну чё? Она ей позвонила. Сейчас подойдёшь. Наверное. Свежая. Просрочка. Вообще она, точнее, что она просрочка, она должна при температуре плюс 2, плюс 6 продаваться. А здесь вообще жара, парилка, да? Угу. А что это за такое? Здесь, что, короче, там внутри что-то или что? Нет, тут булочки для хот-дога. Условия хранения охлажденной продукции при температуре плюс 2, плюс 6 не более 24 часов. Рекомендуем срок годности охлажденной изделий с момента приготовления более 48 часов. Изделий, то есть самой продукции 24 часа, а если ты готовишь там с сосиской, то получается 48 часов, не знаю. Размороженная и повторно замороженная продукция к реализации не допускается. Даже размороженная продукция. Денис, пожалуйста, тебе очень прошу. Я понимаю, тебе сейчас уже... Ну, 48 часов. Ну, надо убрать, чтобы народ не торопился. Ну, да что? Ну, и шестое. Не усложняйте, я просто прошу по-человечески. Пусть сидят. Ой, идет. Зашла и странно увидела меня, куда делась? Не понял. Вот шла. Что за бред? Что, туда придется ходить? Ну что? А чем она забирает? Ну, не знаю. Девушка, зачем вы взяли у нас? Подожди, я подойду. Пожалуйста. А зачем вы забрали? Что будет? Вы оплатили, что ли? Вы зачем забрали? Да какая разница, что мы сделали? Зачем вы забрали? Ну, чтобы выставить на витрину, я вам зачем? Так это наш товар. Но я ваш по карманам же не лазил. Я вас тоже по карманам не лазил. А что это было? Вот это. Что вам еще показать? Ты прикинь? А где та тележка? Там. Я специально. Забираю? Нету? Нет, здесь. А, стоит. Ну, давай я сейчас Ирину пока позову. Ага. Ирина, можно вас? Пойдемте пообщаемся. Давайте сделаем следующим образом. Я понял. Смотри, давайте сделаем... Давайте мы туда зайдем. Да? Хорошо. Денис, пойдем туда, там какие-то документы вынесли. С тележкой идти-то или так? Куда? Тележки давай возьми. А, тележки? Возьми тележки.
Смотрите, давайте я вам сразу обозначу. Мы вызвали участкового. Раз у нас есть спорная какая-то ситуация, соответственно, мы должны как бы это все дело на месте зафиксировать. А у нас в 16 часов суд, поэтому мы позвонили, участковый сейчас находится на выезде. Когда он здесь появится, неизвестно. Соответственно, у нас есть такое предложение под видеозапись, это уже на вашей совести. А мы вам оставим и пойдем заниматься своими делами. Потом, соответственно, как участковый появится, мы подъедем. Нет, ну давайте, может, с сырами сразу решим, ну что-нибудь. Нет, с сырами я вам... Мы покажем документы, пацаны. Давайте попробуем. Хорошо, давайте, вы покажете, я знаю, сейчас вы будете внутренние правила показывать перекрестка. Мы это все читали, мы это все знаем, есть решение судов, выиграны, все без вопросов. Но если вы хотите, давайте расскажете свою точку зрения. Да, вот про давайте. Да, это документ перекрестка, правильно? Я не читаю, я вам говорю. Можно вот это? Это ваш внутренний документ, понимаете? Вот у нас с Денисом есть свои правила, я могу там за подписью, за печатью. Смотри, они, смотри, что они пишут. Покажем. Для них пишут. Новых санитарных правил отсутствует такое понятие, как срок реализации 12 часов. У вас же голова своя есть, интернет у вас есть. Не надо про мою голову рассказывать. Ну потому... Денис, по существу говори. Ну вот они пишут, что якобы было, а сейчас уже нету. Нету, конечно. Срок годности, годности. Все, Денис, давай я прекращу. Я считаю, да, что вот это бесполезно. Прекращу в плане читания этой бумаги, никчемной бумаги. Буду выражаться прям так, как она заслуживает. Это никчемная бумажка, которая нарушает законодательство Российской Федерации. И вот эти вам инструкции, они ничего не означают, понимаете? Нет, а почему вы не ходите с Анфином и конкретно не показываете, что вы там? Денис, у тебя есть интернет? У меня нет планшета с собой. Смотрите, вот после каждого вот этого похода, вы не первый магазин, я публиковал вот эти Санфины, решения судов. Ну, посмотрите, у меня на странице все это есть, вот эти все выкладки. Ну это ваша работа. Вы работаете в этой сфере. Нет, а мне-то что? Нет, вот у нас есть. Ну если там написано, извините, вот напишут вас, утром вы приходите на работу одевать трусы вашего директора, вы будете одевать? Или будете в интернете смотреть? Денис, давай я попробую найти этот Санфин, чтобы мне это долго не бегать. У тебя есть под рукой? Да нет, у меня с собой вообще ничего. Я маленький. Вот сейчас зайдут куда-нибудь. Я сейчас не хочу ковыряться, я снимаю видеозапись. Ну, зайдите в любую эту самую. Вот, знаете, что-то там наговорили нам, а мы такие... Яндекс типа какой-нибудь. Ну, как вы думаете, Ольга, мы будем, не подготовившись юридически, совершать вот эти действия? Напишите, не имея решения судов, не имея законодательства на эту тему. Срок реализации... Конечно, у нас все действия законные и обоснованы. То, что у вас там кто-то умник, какой-то недоюрист в вашей организации написал вот эту фразу, что якобы уже нету такого понятия, как сроки реализации. Можно вот выбрать, да можете по Санпину, господи. Нет, это по собой. Ну да, нажимайте. Это же все, вы понимаете, мы работаем все не просто там сам перекрест магазин придумал. Это все отталкивается от Санпина, понимаете? Вы работаете именно так, как вам руководство выше указывает. Руководство вам сказало булочки запаковывать, вы стали запаковывать. До этого не говорило запаковывать, вы не запаковывали. Срок реализации. Срок реализации. Просто вы понимаете, людям, бесполезно объяснять. Вот мы сейчас сидели там, пока ждали сотрудника полиции. Женщина подошла, начинает ковыряться, выбирать себе что-нибудь, купить. Пришлось ей объяснить, в чем разница сроков реализации, сроков годности. Почему лучше покупать заводской упаковки. Потому что, когда нарезан этот сыр, неизвестно. Мы можем только предполагать. У меня есть предположение, что он заранее был нарезан месяц тому назад. Потом каждый раз переупаковывалось. Месяц назад вы знаете, что с сыром может быть? Конечно, его обрезают. Все. Понимаете, я же это все знаю. Обрезанный сыр же видно. Ну что вы говорите? Да, конечно. Я общаюсь в том числе с вашими работниками, которые инкогнито, скажем так, дают нам определенную информацию. Мы прекрасно знаем, как обрабатывают эти колбасы. Как от всего оттирают, от плесени, маслом натирают, как сыры обрезают. Все это я знаю. Должна реализоваться на основании срока. Нет, я говорю реальности. Если во всех сетях. Если магазин расфасовывает сыр для потребителей, то срок годности такой сырной нарезки составляет 12 часов. Именно этот срок должен быть указан на расфасовочной упаковке. Срок годности первоначальной головы сыра в данный момент не имеет значения. На потребительской упаковке должна быть обязательно информация о сроке годности 12 часов. Потому что срок годности не может превышать срок реализации. Вот он, пожалуйста. Не знаю, не получится. Закрывать не надо. Да я читал это уже 100 раз. Я решение знаю судов на эту тему. Если магазин расфасовывает сыр, почему заместители и директора других перекрестков
и пятерочек, и магнитов. Об этом знают? А вы такие волны не знают. Потому что магнит тоже фасовал. И на Свердлова они сами фасовали, и пятерочка занималась фасовкой сыра. На этом магнит там в заводской упаковке все в основном. Конечно, раньше там большие магазины. Они могут работать там еще 25 лет столько, но вот эти изменения... Да нету этих изменений. Ольга, нету этих изменений. Я вам еще раз, я вам прямым текстом говорю, недоюрист это написал. Неспособный человек, которого не знаем, по какому основанию взяли на эту должность, которую написал. Либо умышленного. Вы спорите, у вас в суд 4 часа, мы эти телеги подождем вас до 4 часов вместе с участковым. Да? Ну, потому что мы здесь сидеть мы можем за столиками, ну, душно хотеть, да. Хочется свежий воздух и покушать, и все остальное. Да, мы на видео зафиксировали, ваши слова зафиксировали. Рыба, да? Рыба. Есть у вас 5 минут? По поводу рыбы давайте. Если у вас поступила замороженная продукция, вы не имеете права ее размораживать и реализовывать. Нет, имеем право. Хорошо, рассказывайте. Имеем право. Давайте, где? Да, сейчас я покажу вам. Полуфабрикаты, да, это мы продаем как полуфабрикаты. Получается. Вы продаете замороженную продукцию? Нет. Это считается, смотрите, сырье. Замороженная продукция – это сырье. Это сырье. И мы можем из этого сырья замороженного... Ольга, есть замороженные... в ВК или где-нибудь? Я вам просто сброшу ссылочку. Там все написано. Есть решение судов. Где суд сказал, что такое полуфабрикаты, что такое изготовление продукции. Вот то, что вы размораживаете, это не изготовление. Так это не изготовление. Вам рыба там или там что-то поступило в исходном состоянии. Вы ничего здесь не изготавливаете. Да вы не производственный отдел, вы продаете, вы магазин. Вам в каком виде пришло, в таком вы и продаете. То, что вы разморозили, это не означает, что вы там провели какие-то манипуляции по изготовлению. Сыр просроченный. Не слушайте, берите. Не берите, помыть должен лежать. Зачем вы такие глупости говорите? Просто. Ну только что почитал, ваш. Грубо говорить, но это по факту так. Ваш начальник только что прочитал. С рыбой вы тоже не соглашаетесь? Конечно, нет. Нет, подождите, она приходит замороженная. Это полуфабрикат, это если вы берете, панировки вы можете продавать. Это уже тоже полуфабрикат, который лежит из сырья. Ну, ребят, ну что? Да, размороженная продукция не допускается. Хорошо. Уважаемые покупатели, это за... Ну что, это полуфабрикат. Почитайте, что такое полуфабрикат. Смотрите, Ольга, вот смотрите, вот когда у нас, скажем так, законодатели топили за вот этот масочный дебилизм, да? Вы все кричали, это закон, и носили эти намордники, понимаете? Вот я вам так же отвечу, это закон, исполняйте, дурацкий он, не дурацкий. Да, вы должны продавать в замороженном виде, это закон, это санпины, там все четко прописано. А вот это ваш внутренний документ, это, извиняюсь, выражение, ваши внутренние какие-то распоряжения. Подтверждено, понимаете, это не просто... Вот если бы вы мне ссылались на какой-то конкретный санпин, я бы сказал да, а вы ссылаетесь на недоюриста вашего, понимаете? Вот кто эту Филькину грамоту подписал? Кто? Есть умные люди. Ну вот умный, который даже свою подпись там никогда не поставит, потому что... Там написано согласовано, стоит печать перекрестка, и перекресток... Фамилия. Давайте озвучим фамилию. Наверное, плохо отфиксировано. Прославим этого человека. Там в конце. Там же дальше есть. Это утверждает начальник. Ну это санитары. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей. Это... Да. И начальник вот утверждает, получается, да? Управление собственное производство. Это я, наверное, да, не сверху не это не утверждаю. Денис, там если что-то написано, то написано об одном, да нет, листик прикладывается к другому. Я чисто, ну, это декларация. Взяла, а подпись? Так, это же... Если они изготавливают какую-то продукцию, да, на каждый товар должна быть декларация, там это карта изготовления, все это должно быть. Но мы сейчас немножечко о другом говорим. Это тоже должно быть. На размороженной продукции. Есть дефростация, да, правильно, надеюсь, да. Вы говорили, это разморозка. То есть это не изготовление, это отдельная процедура. Вот ее запрещено магазинам в принципе делать. Вы торт, когда продаете, вы его продаете, сами не размораживаете. Вам его уже привозят в размороженном виде. Оно же даже на ценнике пишется. Да, и там уже стоит дата разморозки. Из зам сырья, понимаете?
понимаете, это полуфабрикат. Не вы, вы не можете дефрактировать. Чуть не можем, потому что Санпин прямой пункт есть, 381, по-моему, так называется, пункт этот. Я точно не помню, но вот там помню, ну, такие точно, цифры тут есть. Помню, тут не помню, я тоже могу. Вот так вот тут помню. Хорошо, тут в следующий раз я вам понесу. Хотя я в этом магазине показывал, я помню, у меня даже было, где-то было. Есть видео, я именно в вашем магазине ссылался на эти все пункты. Прям ссылался. И вы были когда-то. И вы были, да. Я там этом ссылался. Да, вспоминайте, вспоминайте. Это было там, это было при вас. И я говорил на именно конкретные пункты Санпина. И как раз про рыбу был разговор. Вспоминайте. Когда был еще масочный режим. Поэтому я говорю, я не собираюсь это помнить, потому что я взял другую уже политику. Я не хочу объяснять и обучать кого-то. У меня была, скажем так, ошибочная попытка кому-то на кассе кому-то что-то доказать. В этом смысла нет, люди не хотят слушать. Понятно. Ну вот так, я думаю, лучше общаться, чем вот как было, да, в предыдущие. Ну я согласен, раз, да, что лучше просто общаться. Если мы, вы не верите, как бы этим документам, мы на слова вам тоже не верим, тогда что у нас, какой выход? Ждем участкового или как? Ну у нас сейчас выхода другого нету, потому что, вы не признаете. Если бы вы признали, вопросов нету, сняли с реализации, мы бы пришли там завтра, послезавтра, проверили, что вы, устраняете. Вопросов нет. Но вы-то не признаете, соответственно, тут только органы нас могут рассудить. Но органы нас не будут рассуждать, и они максимум возьмут на реализацию, а дальше вы хотите там, можете в суд подавать, что угодно делать, но в суде вы ничего не докажете. Почему? Потому что закон на нашей стороне. Вы не первый магазин, мы не первые блогеры, это все давно известно. Нажимаете просрочка на ютубе и смотрите до бесконечности. Одни и те же. Маркировка там, технический регламент таможенного союза. Тот же Санпин, по-моему, на 20 циферка заканчивается, где вот это про разморозку. Все это написано, понимаете? Все это есть. У меня какие-то ролики были, я даже когда монтировал, выкладывал ссылки на эти статьи. Найдите, кстати, по вашему магазину. Скорее всего, по вашему магазину я выложил эти ссылки на Санпин и на технический регламент. Технический регламент, по-моему, 2021. Да, 2021, 2011, по-моему. Вот. Санпин уже номер, я не помню. Помню, что на 20 заканчивается. Помню про разморозку, там, по-моему, есть циферки 3, 8 и 1, по-моему, я так помню. Но они могут ошибаться. Ну, чтобы искать быстрее. Там даже Алекс Фокс писал во всех комментариях, он пишет ссылки на те. Да, кстати, обратите внимание, под моими роликами Алекс Фокс, да. Он четко все прям разжевывает, прям красавчик. Вот просто можно его все вот эти комментарии копировать и прям распечатывать и всем магазинам раздавать. Не знаю кто, но вот просто такой подписчик, который знает хорошо законы. И вот он не только у нас комментарии оставляет, он и других блогеров оставляет. Там у него очень грамотные, очень подробные, со ссылками на все права, прям тем цитаты. Тем не менее, все равно, я не знаю, верите или не верите, но не может быть, чтобы мы, наведомо ложно, там пытались как-то людей обмануть. Может быть. К сожалению, у нас мир так устроен, что чем ложь более неправдоподобная, тем люди охотнее в нее верят, понимаете? Это вот на самом деле так. Вот когда в мелочи обманываешь, это не так прокатывает, когда вот эта глобальная ложь идет, ну, всемирная, там, на все это, понимаете, вот это верят. Ну, а что далеко ходить? Мы помним масочный наш режим. Но это дебилизм, я прямым словом это называю. Это дебилизм. И те люди, которые сейчас оправдывают и которые ходят, они себе внушили, что вот это правда, да, я себе помогаю. И ходят, харкают, болеют и тому подобное. Подрывают свой иммунитет. Мы веками жили, там сколько, столетиями жили, люди жили, не носили эти намордники, потому что мы должны обмениваться микробами, бактериями, иммунитет. Не хочу ругаться, придурки. Вы же против нас кричали, наденьте на маски, что вы без маски? Что? Нам, во-первых, нельзя было даже на работу. Ну, вообще, стой. Это совсем другое, понятно, что другое. Я на улице там... За три дня вылечили всех от коронавируса. Вот я про это и говорю, что какой-то умник написал вот это вот, распоряжение, кто там у нас, главный врач или кто эту фигню написал, ну они же тоже не дураки, они же так написали, а на местах потом вы получали не подписанные никем смс-ки о том делать то-то, 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 и начинали топить, хотя этого даже нормативно не прописано, понимаете? Как баранов просто поставили в стойло, заставляли делать то, что... По большому счету, да, но вся наша жизнь... Ну так нужно всегда человеку мозг включать, все равно мы должны понимать, что мы делаем, должны оценивать те поступки, которые мы совершаем, но иначе как? Я понимаю, что для вас, допустим, я не авторитет, я как будто, когда что-то говорю, вы меня не слушаете. Вы будете слушать укоснительно того человека, который имеет авторитет.
и при этом неважно, законы и тому подобное. Вот для вас эта бумажка авторитет. Для меня авторитет на данный момент, мои знания, законодательство и тому подобное. Дает мне, вот, чтобы я ссылалась на такое, конечно. Научитесь свое мнение иметь. Перепроверять любую информацию, мою информацию перепроверять, их информацию перепроверять, иметь свое мнение. Ну, желательно, конечно, уметь его отстаивать. Вот я транслирую свое мнение. Я признаю, что оно может быть ошибочное. Я как бы не истина в последней инстанции. Но я не стесняюсь говорить о том, что ну, вот я считаю так-то. Я это доказываю. Не, ну это неплохо. А хорошо. Вы знаете, бросьте Ольгу Сергеевну, там директор. Да. Вот позвоните, про Сырье спросите, она вам все расскажет. Она замечательно все знает. Ну, почему-то все она знает, а вы не знаете, вы верите в бумажки. А она верит в Санкину. Мы знаем почему-то. Об этом, да. Но есть новые правила, понимаете? Это бесполезно. Да мы вот эту бумажку видели, знаете, как давно. Я вот эту бумажку это знаю. Друг. У вас ничего не изменилось. Санпин-то тоже меняется, он не может быть. Меняется, да. Постоянно. Да, но вот, вот эти пункты не поменялись. Я вам почему говорю? Потому что я так или иначе отслеживаю, что происходит на рынке в этом плане. То есть я смотрю видео других блогеров. Особенно тех блогеров, которые в суде выступают, которые говорят, что вот мы выиграли такой-то суд, вот такой-то суд, и показывают решение. То есть не просто со слов. Более того, даже если они не говорят, какое конкретное решение, а называют циферки, я быстренько раз переписываю на листочек, захожу на сайт суда и все это читаю и проверяю, чтобы в случае, если они говорят неправду, чтобы это проверить, понимаете? Я все перепроверяю. Даже доводы тех блогеров, которые говорят, вы выиграли суд. Ты только назови реквизиты, я любое решение найду в интернете. Ну, на официальном сайте суда. Номер дела мне достаточно. И какой суд рассматривал дело. Куда нам Сыр? Мы, понимаете, мы не говорим о том, что сыр в данный момент это просрочен. То есть, что он не годен к употреблению. Мы говорим о том, что он не может быть реализован. Ради бога, вы можете с ним делать все, что угодно. Можете там, не знаю, всей компанией собраться и его скушать. Но продавать его запрещено. Реализация запрещена через 12 часов. Но это закон. Это вот как маски, да, вот закон, как вы говорили. Это закон. Хотя это тоже не закон. Это подзаконный акт, это санпин и тому подобное. Но они в итоге как же так вот цепочкой идут на закон о защите прав потребителей, на федеральный закон там о безопасности пищевых продуктов, ну там на всю вот эту фигню. Понимаете? Они бумажки верят. Владимир Ильич, бесполезно объяснять уже по второму разу. Они это понимают. Есть такое понятие, как нормативный документ. И что такое вообще нормативные документы? Есть законы и подзаконные акты. Законы – это вот Конституция, федеральные конституционные законы и федеральные законы, которые издаются Государственной Думой. Вот. И есть еще подзаконные акты. Это два вида. Постановления правительства Российской Федерации и указы президента. Вот это называется подзаконные акты. Все остальное это приказы, правила внутренних ведомств, понимаете? Которые издаются на основании вот этих законов и подзаконных актов. Но они не могут им противоречить. То есть есть такая вот... Я начала чувствовать себя, как будто я интервью даю. Ванника, я не буду этим заниматься, как бы. Кому интересно, поступайте там, учитесь, юриспруденции, все тут ничего сложного нет. Смысл в том, что вот эта бумажка не имеет никакой юридической силы. Даже если бы там было написано, что там у нас солнце квадратное, а небо там треугольное. Ладно, забираем тогда. Мам, чтобы не улыбаться. Да? Смотри, я предлагаю сделать так. Мы можем сейчас, в принципе, полицию отменить. Если вы сейчас принимаете вот это замечание, мы вам оставляем. Но мы к вам будем приходить очень долго. И я сказал вам, по-моему, озвучил, или кому озвучил, что я буду приходить до того момента, пока лично вы не извинитесь, либо ваше руководство, либо вас не уволят. Поэтому, как бы, вы поймите, я человек, который буду идти до конца, до последнего. Поэтому у вас, как бы, ну, есть время подумать, потому что мы будем приходить долго. Поэтому мы можем у вас это все дело оставить из расчета, что вы нас поняли, и завтра или послезавтра, когда мы придем, мы этого не увидим. По крайней мере, я не знаю, как вы это сделаете, но на вашей маркировке будут
стоять такие даты и время, что они будут указаны в пределах вот этих 12 часов. Я понимаю, как это все делается. Я понимаю, что вы произведете перефасовку, все. Но вы хотя бы будете вот это дело отслеживать, и вы будете понимать, а зачем нам так много нарезать, чтобы потом каждый день перефасовывать. А не проще же нарезать то количество, которое реально будет продаваться. У нас бы уже половина сыра продалось. Ну, это слова. Ну, нарежьте именно такой, как... В чем сложность подрезать каждый день? Ну, подрезайте каждый день. Смотрите, заканчивается такой-то вид. Раз, еще кусочек нарезали. Это все режется и подрезается, все в рамках. Не, ну вы по вашим маркировкам видно, что вы режете на 3, минимум по маркировке на 3 дня вперед. У нас 5 суток. Или на 5 даже суток. Вы смотрите, ну практически на неделю. Даже на 10 суток есть. О, даже на 10 суток, да? Суток есть. Хотя не выше 5, сами себе противоречите. Девочки. Пятое до 15. Там пятое, у Дениса там какой-то желтый нашел, нет, просроченный. Нет, подождите, упаковано пятое число. Ну, сегодня шестое. Вы говорите, 5 суток срок годности. Нет, так у нас упаковано еще упаковано вчера. И оно действует 5 суток. Ну, понимаете? А годин тогда какого написан? До 19-го? Денис, да хватит про слово 5. Годин. Не надо, мы не сроки годности, а сроки реализации обсуждаем. Это понятно. Разрезали. Ну так, Вадим, мы так не можем разобраться. Одно от другого отличие. Это же по их. Разрезали. 5 суток у нас есть. Так. Реализовать товар. Короче, давайте подытожим итог. Я уже вспотел, я уже хочу отдыхать. Значит, если вы говорите нам о том, что завтра вот этих замечаний не будет, мы вам оставляем, полицию отменяем. Если вы говорите, что вы не услышали нас, что все-таки вы стоите на том, что вы можете вот эти реализацию делать там 3-5 суток, неважно, сколько вы говорите, то есть более 12, соответственно, мы ждем оформления, чтобы нам это зафиксировать. Вот здесь вы скажите, вы услышали, мы принимаем это на вооружение или нет? Исправляете вы или нет? Если исправляете, мы вам оставляем и уходим. Но на реализацию вы, естественно, не выставляете. На реализацию вы не выставляете. Да? Все равно не поставите, правильно? Все. У нас нету цели, по большому счету, там вас как-то там прижучить и тому подобное. Ну, как бы, а в чем смысл? На ваше место. Совсем по-другому разговариваем. Да, мы тогда так же разговариваем. Вы, если смотрели видео, вы посмотрите вообще, с каким мы настроением. А вы посмотрите. Знаете почему? Потому что мы были вообще в каком хорошем настроении. Мы там шутили. Там... Да, ну посмотрите. Я специально не оставляю. Не будем вспоминать. Хорошо, смотрите, я просто поясню. Я специально... Начало все-таки оставляю, показать, как мы пришли, с каким позитивом. Я не сразу показываю этот трэш, не сразу, а показываю, что вот все было хорошо. Чтобы... Трэш. Так это и трэш и есть. А что, это не трэш? Вы считаете, это нормально, когда... Мне кажется, я как только вышла к вам, это мне сразу трэш начался. Почему-то мне показалось, что вы нормально вообще не стали разговаривать. Хотя вы нормально себя ведете. Но. Мы всегда себя нормально ведем. Простите, как нормально или ненормально? Я вам так скажу, смотрите, я где-то могу немножко... Все хотят шоу. Ну, сейчас это модно. Ну, так это правильно. Хлеб и зрелищ людям там надо. Там спокойно все это, а тут на волне шоу. В какой-то степени я с вами соглашусь, то, что я какой-то момент усиливаю. Это понятно. Ну не ведитесь на мою провокацию. У меня на канале. Это тоже надо быть морально подготовленным, хотя бы. Ну, надо. Почему я могу себе это позволить, а вы не можете этого позволить? Может быть, время какое-то надо, чтобы к этому быть готовым. Вот понимаете, вот с последнего вот это видео с мальчиком. Ну, глупый мальчик, потому что он морально, это, ну, стрессонеустойчивый. Мы не будем уже про мальчика. Ну, я говорю о том, что, как говорится, учитесь в первую молодец, очередь. Ну в чем он молодец? Он не разобравшись, начал влезать в эту историю. А знаете, чем я могу это закончиться для этого мальчика? Ну как, что? Вот Денис буквально недавно рассказал историю. Кто-то там за кого-то вступился, один в тюрьму улетел, а другой, ну, на тот свет. Так вы тоже это со своим мне... трэшем думаете, это... когда вы делаете трэш, то есть люди посторонние. Я не буду думать, когда мне создается угроза, смотрите, когда создается мне угроза, я буду идти на последнего, понимаете? Вы тоже должны себя вести. Я ничего никому не должен. Почему? Если мне создается угроза от какого-то бычка, я буду идти до последнего. Но он меня схватил. Почему он схватил? Ну я не знаю, почему он схватил. Как это сказать, на эмоции. Я его ни на какие эмоции не выводил. Ну, все, не буду спорить.
Ну, я просто говорю, что человек должен включать... Человек должен включать свой мозг. Поэтому давайте учиться контролировать свои эмоции. Если вам что-то там неприятно, что-то неприятно, все равно можно где-то стерпеть, и с покупателем нужно общаться всегда на вежливой ноте. А мы можем провоцировать, потому что я и сотрудников полиции могу провоцировать, чтобы показать людям, что они, допустим, себя ведут вот так вот неподобающе. А нормальные сотрудники полиции ведут себя очень подобающе с любым человеком, потому что на моем месте мог бы находиться другой гражданин, который посылать может и так далее. Ну, поверьте, я, наверное, не самый плохой у вас покупатель. Наверняка у вас есть покупатели, сказали, что вы плохой покупатель. Ну, есть покупатели, которые вас жестче провоцируют. От трэша, так сказать. Ладно, всего хорошего. Завтра мы придем. Хорошо. Не обещаю, но мы приходим. Мы приходим, потому что я вам, Ольга, напомню, потому что мы будем ходить, пока не произойдет то золотое событие. Всего хорошего, до свидания. До свидания. Ну что, Денис, как ты видишь, какой-то инструктаж они получили. Да, старались они максимально быть с нами вежливыми. Еще чуть-чуть и начнут извиняться. Ну потому что мы же не будем ходить каждый день, правильно? Да им начальник скажет, давай обалдели, извиняйтесь, сколько будет продолжаться это все. Так, все, ладно, давай тогда отменяй полицию. Да. И что у нас там по времени? Сейчас, еще 3 часа. А что, тогда домой тогда? Ну, я тебя отвезу, да.